Рінат Ахмедов побував у Національному антикорупційному бюро. Неподалік будівлі його сфотографували журналісти «Бігус.Інфо». В Національному антикорупційному бюро не дали коментар стосовно візиту українського олігарха. Не виключається, що він був пов'язаний з компанією «ДТЕК», якою володіє пан Ахметов. Прес-служба олігарха повідомила, що НАБУ запросила його для дачі пояснень в якості свідка. Нагадую, минулоріч співробітникам ДТЕК НАБУ повідомила про підозру в причетності до впровадження формули так званої «Роттердам плюс». Пане Сергію, як ви прокоментуєте? Знаєте, дійсно, українські олігархи, це можна так виразитися, це передовий отряд, захищаючий Україну від іноземного вмішательства. Потому что именно олигархи уж точно меньше всего заинтересованы в том, чтобы здесь приобретали силу как некие Соросы и еще тому подобное. Один, правда, олигарх, который рьяно за это болеет, это наш товарищ. Понятно, кто? Пинчук. Да. Но он выполняет, как-то вот так смотрю со стороны, есть такая на бойне роль барана, который ведет баранов на убой. Вот он туда ведет, а потом возвращается назад и ведет следующую группу. То, что с одной стороны начали драть Коломойского, с другой стороны начали драть Ахметова, это как раз об этом и говорит, что выбивается именно иммунитет тех, кто не хочет сюда вмешательства иностранного капитала. То, что и Ахметов, и все прочие наши олигархи, они далеко не самые полезные для населения Украины, но это какие-то, знаете, свои и понятные. А здесь появились, как в том фильме ужасов, чужие. Это совершенно иного, вот я совершенно согласен с Ириной. Это люди инфицированные, то есть они перерожденцы. Это какие-то, ну все говорят, соросята, соросята. У меня другое напрашивается определение. Есть рептилоиды, есть зеленоиды какие-то появились, которые у них совершенно иная философия, у них совершенно иное зрение. И то, что опять-таки соглашусь с Ириной, когда говорят, ну такая недолуга власть. Они очень долуги, только их долугость направлена далеко не на нашу с вами хорошую жизнь. У них совершенно иные планы. Ага. И они с ними пока... Мы не встрепенулись, они с ними пока очень успешно справляются. Ни одна власть до сих пор в Украине не вела себя настолько дерзко, настолько жестко, настолько беспринципно. Я в самом начале, когда только начали они там свои эти турборежимы и постоянные нарушения регламента, я как бы в шутку сказал, что ну, если так нарушается регламент без конца, так надо его отменить. Ну, если ты его нарушаешь, так его отмени. Пожалуйста. Речь идет сейчас о том, что они будут пересматривать регламент. О том, что Конституция пересматривается, так это вообще, знаете, как расписание школьника. Но неудобно ему вставать в 6 утра, мы перепишем на 7, будем в 7 вставать. Ага. Еще раз говорю, у нас к власти, нами же самими, приведены чужие. Это люди, которые отличны от нас. Как говорил в свое время Скотт Фицджеральд, богатые люди, они не такие, как мы, они богатые. Вот все, это другая каста. Дякую.